Быстро в кровать. Поезд в сказку отправляется через 2 минуты. На чем мы остановились? Каждый вечер перед сном папа Софии превращается в самого отважного принца в мире. В мире, который он сам и придумал, разумеется. Все мы исходные. Сказка начинается. И каждый вечер... Я иду, принцесса! Принц спасает свою принцессу. Но рано или поздно все принцессы взрослеют. Пап, мне уже 11. Мне нужен настоящий герой с 1000 подписчиков и в классных кроссовках. Так устроены девочки, дружище. Месье, отойдите, мы ждем прекрасного принца. Так я и есть принц. Я сказал, прекрасного. Че за пацан? От продюсера 2+1. Девочки обожают своих отцов, но в определенном возрасте им нравятся сказки, которые рассказывают другие мальчики. И режиссеру фильма «Артист». Это забытие. Что-то типа свалки, куда выкидывают никому не нужных героев. Допрыгался, красавчик! Этому не учат на родительских курсах. Вы супер, папа. Но нужно дать ей повзрослеть. Пацан, нам надо найти ее. У моей сказки будет хэппи-энд. Ну все, сейчас я покажу вам, кто тут папочка. Папина дочка. Отправляемся в сказку с 23 апреля.